Более 300 домов в Самарском районе слесарь-сантехник Владимир Прудников знает наизусть. За 38 лет работы он изучил каждый винтик на своей территории. Сегодня его награждают за добросовестный многолетний труд. Мужчина признается, такие награды получать приятно, но благодарность людей для него дороже. Это как бы дает стимул какой-то к работе. Людское отношение больше. Удовольствие как бы греет, как говорится. Ты если быстро устранишь, там, конечно, люди благодарны, что... Все хотят жить, чтобы было тепло, вода и водоотведение работало. Почетные грамоты и медали сегодня получили и другие коммунальщики. Электромонтеры, водители экскаваторов, кабельщики, слесари. Люди, чей труд порой незаметен, но он обеспечивает жизнедеятельность всего города. Заслуженные награды в честь предстоящего дня работника сферы ЖКХ вручала глава Самары Елена Лапушкина. Она отметила, что эта отрасль всегда будет востребована, а потому особенно важно выполнять свою работу достойно. Пожелать вам, дорогие друзья, хочу... Очень традиционно, но зато от всей души. Здоровья вам и вашим близким. Чтобы в ваших домах всегда было тепло и светло. Чтобы у вас всегда был повод для радости. Чтобы у вас была безаварийная и стабильная работа. Благодарственные письма и грамоты коммунальщики еще получили от депутатов Самарской городской думы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.